Марина впервые пришла в «Динамо» 4 года назад. Перспективную спортсменку сразу заметили. С тех пор девушка уже успела поучаствовать в нескольких международных соревнованиях и чемпионатах. Как раз меня тренер на этом стадионе, только он был намного хуже, нашел меня здесь, спросил у меня, хочу я заниматься или нет. Я сказала, хочу. И так вот я оказалась в училище спортивном. На обновленном стадионе, говорит легкоатлетка, тренироваться куда удобнее. Марина готовится к предстоящему чемпионату Украины среди юниоров, который пройдет здесь в конце месяца. Не сомневается, что родные стены помогут завоевать медали. Намного приятнее, хочется тренироваться, хочется приезжать на тренировки, хочется бегать, хочется прыгать. Нынешний руководитель областной организации «Динамо» свою спортивную карьеру тоже начинал на этом стадионе. Участник Олимпийских игр в Атланте Виталий Кириленко гордится, что удалось отремонтировать стадион. Уверяет, это только начало. В ближайших планах обновить спортинвентарь. А в сентябре здесь обещают открыть отремонтированный велотрек. Мы проводим реконструкцию, и к осени вы его просто не узнаете. Это будет новый, современный трек, на котором можно будет проводить соревнования. Все делать нужно поэтапно. В этом году велотрек. На следующий год у нас тоже есть планы. В июле на стадионе «Динамо» пройдет командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых. Его победители отправятся в Лондон защищать честь страны на Олимпийских играх. Готовиться к Олимпиаде национальная сборная Украины будет тоже на «Динамо». Ксения Бай, Анна Бравко, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».